Уважаемые зрители, продолжается у нас Суперлига, и сейчас второй полуфинал проходит. Команды «Строитель» встречаются и «Кондор Белый». Ох, Саша! Санёк! Саня! Саня, нож побожёще, Саня! Нож побожёще! «Строитель» с мячом. «Строитель» выступает в белой форме, а команда «Кондор Белый» в зеленых манишках. Первый финалист у нас определен. Это команда «Виктория». «Виктория Белый», если быть точнее. А в матч за третье место отправилась команда «Кондор Черный». Вперед бежит «Строитель». Он самому решает этот момент. Мяч ходит в ау. Передача с аута. И мяч покинул пределы поля. Двигается дальше, и мяч в конце концов теряет. Передача вперед. И ошибается вратарь «Строителя». Гол забивает команда «Кондор Белый». Быстро «Строитель» начинает с центра поля. Аут исполняет команда «Кондор Белый». Передача. И мяч отошел команде «Строитель». Трейфи пока не может нащупать свою игру. Вчера я за ними наблюдал и просто восхищался игрой. Сегодня же они немного слабее выступают. А вот, хотя хорошая комбинация на дальней штанге, жаль, никого не было. Шикарно в стенку отыграли. И затем передача была на дальнюю штангу. Там «Строитель» может забивать. Удар, вратарь вытащил, еще один удар. И еще можно бить. Вот ворот начнет команда «Кондор Белый».
налево бросает мяч. Трай с мячом. Слава, Саша! Удар, мяч за пределами поля. Вчера я тебе говорил об этом? Вчера говорил об этом? Новая пятерка у строителя появляется на поле. Начинаем. Передача по флангу. И еще один аут для строителя. Друг об друга столкнулись игроки команды Кондор Белые. Строитель идет дальше. Прорывается игрок, делал прострельную передачу. Можно до конца доигрывать этот момент, а даже нужно. И мяч улетает к воротам команды «Строитель». Ставит корпус игрок и зарабатывает мяч для своей команды. Ратор бросает мяч налево. Дальше бежит игрок. Передача в центр. Это, кажется, гол! 1-1 сейчас становится. Просто шикарно «Строитель» сейчас разобрался. Нашли свою игру и сравняли счет. Штрафной удар будет исполнять команда. Кондор Белые разыграли мяч. Удар дальней дистанции, мяч вратаря. Вратарь партнера бросает мяч. Направо, здесь подножка была. Будет штрафной удар исполнять команда Кондор Белые. Бьет по воротам, и мяч проходит на отворот. Передача центра, обратно фланг, перевод направо. Это хорошая комбинация. Команда «Строитель» с мячом. Дальше они идут, передача налево. Дальше центр, удар, вратарь вручает. Шикарный сейф вратаря. Строитель до сих пор находится в атаке. Атаку вторым темпом. Перевод направо. Дальше, видимо, передача пошла на дальнюю штангу, но никого там не было. Кондор Белый с мячом. Защитника. Строитель дальше атакует. Мяч уходит в аут. Торопит тренер строителя своих подопечных. Размер, размер! А, нет! Строители рекомендуют своим подопечным играть. Два касания, принял, отдал. И действительно, эта тактика вчера очень хорошо работала. Видели мы, как строитель забивал огромное количество голов. Помню, даже больше 20 они забили в одном матче. Вратарь команды Кондор Белый. Удар, и строитель сразу же забивает. Радмир, бей! 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 Бей!
двигается. Игрок бьет поворотом, и мяч летит мимо. Вперед, направо. Передача штрафную. Штрафный удар. Команда строителей будет исполнять. Закройте! Передача назад. Любит последнего защитника. Игроки строителей отдавать пас. Главное, чтобы потом его подстраховывали. Сильная, нетушная передача. Но белые разыграли мяч из аута. Уже дальше игрок может бить. Главой. Команда строитель будет подавать. Подача. И еще раз будет строитель вводить мяч в игру. На этот раз из аута. Хорошо открылся игрок. Белый разворачивает атаку. Команда Кондор. Белый удар. Ворот сигнализирует арбитр. И углов. Нет. Отворот. Ошибается здесь защитник. Но благо вратарь все исправляет. Что это? Вперед. Команда Кондор дальше пытается идти. Мяч у голкипера. Убивает он его направо. Откат. И все. Остается в рамках правил. Свисток арбитра и первый тайм. Окончен со счетом 2-1. Видеострои. Свисток, начинается второй тайм матча между командами «Строитель» и «Кондор Билл». Пока что все идет к тому, что команды «Кондор Билл» и «Кондор Черный» встретятся между собой в матче за третье место. Но это пока что на данный момент. «Кондор Билл» еще могут перевернуть игру. «Строитель». Самый сложный противник, как мне кажется, на этом турнире. И поэтому они создают очень много проблем Кондор. Сразу увидел игрок, что будет идти передача именно туда. Прочитал он игру, так скажем. И побежал на перехват. Строитель. Сдал этот мяч, вводит в игру. Еще ближе подойдет.
успевает мяч и игрок. Второй раз уже такое. С открытым утром стоишь. Команда Кондор Белый и сравнивает счет. Разобрали они оборону строителя. Строитель идет дальше. Шикарная игра в стенку. Передача в центр, удар. И сразу же отыгрывают мяч. Подайте. Мячом передача в центр. Дальше на фланг и не успевает. Слишком сильная передача была. Еще один аут для команды Кондор Белые. Футболист строителя впереди. Не думал я, что они забьют именно в этой атаке, но получилось как получилось. Удар с центра поля наносит игрок команды Кондор Белый. Мяч в ауте. Перевод направо. Подкат и будет, конечно, нарушение. И желтая карточка игроку команды Кондор. Достаточно грубое нарушение. И строитель будет исполнять пенальти. Бабай, тащи, бабай! Бабай, бабай! Бабай! Разбегается игрок и бьет прямо под перекладину. Все становится 5-2 в пользу команды строитель, делает счет 6-2. Да.
Центр-строитель еще один забивает. Передача на левый фланг и сразу удар в касание. Налево. Дальше в центр пошла передача. Без вратаря отыгрывают. Рейтинг дальше идет. Подкат. Мяч стал с команды строителем. Он играет дальше. Вратарь отбивает мяч прямо на своему сопернику. Игра крайне равно шла в первом тайме. Но в первом тайме игра шла равно, но затем нарушение, желтая карточка, все поломало и начали мячи влетать в ворот команды Кондор Белый. Галяну! Удар по воротам и мяч отбивает игрок строителя. Передача направо. Останавливает мяч игрок и зарабатывает аут для своей команды. Потеряли. Строитель будет вводить мяч за боковой. Бежит дальше игрок. Передача. Строитель может решать. Удар последовал. Хотя был партнер в центре, которому можно было сделать передачу. Кажется, арбитр молчит, он находился в более лучшей позиции для просмотра эпизода. А вот теперь мяч точно вышел, и вот ворот начнет игру команда Кондор Белый.
передач с углового и завершить атаку этого не смогли. И все, уважаемые зрители, матч-то окончен, побеждает команда «Строитель».